году, в конце июня, мы собрали конференцию по тепловым методам в Казани, на которую приехали, зная наши публикации, приехали люди из Канады, из Латинской Америки, это Колумбия, Венесуэла, значит, Аргентина, китайцы, индийцы, то есть турки. То есть приехали все те, кому это все колоссально интересно. Мы были, в общем-то, немножко даже поражены, что вот такой отклик был. Да, значит, Рустам Нургалиевич, значит, открывал эту конференцию. Вот мы сделали специальный круглый стол. То есть это были светилы в этом направлении, все приехали. То есть все, кто имел колоссальный опыт в этом деле, вот, все приехали. И сразу после этой конференции мы получили приглашение рассказать о наших технологиях вот в эти страны. Вот буквально я на прошлой неделе приехал, значит, из такого большого вояжа из Колумбии и Китая. Вот. В Колумбии мы посетили компанию «Экопетроль», и «Экопетроль» сразу нам предложила, значит, контракт подписывать. То есть вот на эти исследования, на разработки. Это вот по мониторингу и по катализаторам для разработки. То есть они вот видят уже, да, что-то, да, в этом. То есть у них подготовлен проект по подземному горению, очень интересный проект такой, очень красивый такой, знаете, я вот был поражен, что вот в этой стране, в общем, такой уровень вот исследований в области нефти. И очень солидный университет такой, мы там посетили университет, вот, Букараманге. Город там есть такой, где вот находится Колумбийский институт нефти компании «Экопетроль». И вот этот университет «Сантандер», который, ну, государственный университет, в котором великолепная лаборатория оснащенная. Вот. И мы заранее знали, что вот они чем занимаются примерно, но вот мы занимаемся немножко другими вещами, в другом направлении. Оказалось, что вот то, что мы делаем, это более как бы близко им. И, в общем-то, мы достигли результатов, которые, в общем, им нужны. То есть мы как бы, вот мы ставили себе задачу, что вот мы в течение там 5-7 лет станем в мире лидерами в этом направлении. Да? Вот мы, честно говоря, я увидел, что мы близки к этому, потому что было приятно мне узнать, что вот, к сожалению, вот в Колумбии, да, ну, конечно, более бы интересно мне было в Венесуэле, но, к сожалению, в Венесуэле гражданская война идет. Да? Как только война закончится, я сразу сюда поеду, конечно. После этого мы приехали в Китай, но я был поражен тем, что грандиозность и масштаба применения этой технологии в Китае. И когда мы сделали, вот мы сделали 4 доклада на этой конференции международной в Китае, значит, и тут же, значит, компания, вот Синьцзянская нефтяная компания, одна из крупнейших нефтяных компаний Китая, это, в общем-то, одно из крупнейших месторождений нефти Китая, это вот Карамай, регион Карамая, вот, и я увидел там не 1-2 проекта, как в России, а десятки проектов, как в области закачивания пара, так и в области подземного горения. Десятки проектов. И у них огромный опыт в этом направлении. То есть это китайское или международный консорциум? Там? Это китайцы. Они китайцы. Они же никому ничего не говорят. Они просто делают. Вот. Обалдеть. И мы, когда рассказывали им, они были просто поражены то, что вот у нас были результаты. И, в общем-то, китайцы тоже сказали, давайте подпишем контракт. То есть, как бы люди готовы прямо сразу работать. То есть, они в этом смысле ушли очень далеко, конечно. То есть, им было это очень интересно, все то, что мы говорили. То есть, вот, для меня даже было неожиданность, потому что я привык обычно уговаривать нефтяные компании, по несколько раз ездить там, да, а тут было, как мы выступили, они тут же сказали, давайте. Я говорю, я не готов, потому что я не знаю, там, какие суммы этих договоров, в принципе. Вот, и мы должны вот буквально до конца года эти вот два больших проекта этих с «Экопетролем», с колумбийской нефтяной компанией, государственной, крупнейшей, и с компанией, вот, с Синьцзянской нефтяной компанией, и с Юго-Западным университетом нефтяным Китая. Да, тоже вот мы с консорциумами с ними будем работать. Мы там подписали 3 договора. Во-первых, один из 4-сторонних договоров – это синьцзянская компания. Это компания, сервисная компания «Кили». Центр, значит, повышения нефтеотдачи китайский. И Юго-Западный университет Китая. Вот. А, да, центр – это Юго-Западный университет. И наш университет. Вот 4 значит, партнера. Мы подписали такое соглашение о взаимодействии. Вот. И уже после Нового года сразу буквально вот их специалисты приедут к нам. Вот. И колумбийцы тоже вот, в начале года приедут к нам, значит, ознакомиться с тем, что мы делаем на месте уже.